Первый матч 1/4 финала между Тулицей и Уралочкой НТМК оставил очень неприятные эмоции у болельщиков тульской команды. И речь здесь не сколько о поражении любимого клуба, а о том, что два основных игрока Тулицы получили травмы, которые не позволят им выйти на площадку в этом сезоне. В первом сете серьезную травму получила капитан команды Кристина Бесман, а в третьей партии после неудачного падения выбыла из строя Анастасия Бавыкина. Ответная игра в Нижнем Тагиле состоится уже 18 апреля в 16:00 по московскому времени. Права на ошибку у нашей команды нет. Но мы сюда приехали не номер отбывать. Мы приехали за третьим матчем.